Тверские студенты встретились в ДК «Пролетарка», чтобы сразиться в молодежном проекте «Поколение Next. Перезагрузка». Тема этого года – экологическая безопасность и будущее планеты. Соревнования приурочили ко Всемирному дню рециклинга или вторичной переработки. Сохранение природных ресурсов и решение проблем с загрязнением окружающей среды – актуальный вопрос как для России, так и для Тверской области. Молодежь Верхневолжья активно принимает участие в мероприятиях по вторичной переработке отходов. Проект ДК «Пролетарка», проект Next «Перезагрузка» достаточно молодой, как и его участники. Тематика мероприятий каждый год разная. В этом году это экология. Участниками конкурса стали 4 команды из тверских колледжей. Они должны были проявить себя в викторине на знания о правильном разделении мусора и выполнить домашнее задание – вдохнуть новую жизнь в одноразовые или старые вещи. А для капитанов команд подготовили индивидуальные соревнования по сортировке отходов. Каждый раз, открывая новую тематику поколения Next, именно в этом проекте, в этом году мы решили затронуть тему экологии. В начале конкурса жюри и команды дали старт важному и доброму делу – сбору пластмассовых крышечек различного образца. Их дальнейшая переработка позволит Всероссийскому благотворительному фонду закупить индивидуальные средства передвижения для детей-инвалидов. На самом деле делать добрые дела – это такая же необходимость, такая же элементарная потребность для людей, как, не знаю, как дышать. И когда есть такая возможность без особенных усилий сделать какое-то доброе дело, огромное количество людей на это откликаются. Все желающие могут принять участие в акции «Добрые крышечки», принеся их в отделение почты во всех районах Тверской области. По мере их накопления прямо с места сбора они будут доставляться в Тверь для дальнейшей переработки. Почта России является связующим звеном между теми людьми, которые задумали доброе дело, между теми людьми, которые это доброе дело творят, и между адресатами этого дела. То есть мы объявляем себя партнерами данного проекта, логистическими партнерами, и готовы обеспечить его реализацию на территории не только Тверской области. По итогам соревнования победу одержала команда Тверского медицинского колледжа. Они стали обладателями специального переходящего кубка и удостоились экологических призов. Проект «Поколение Next 2019» завершился, а движение по сбору добрых крышечек и заботливому отношению к природе продолжилось и расширилось.